Ну и еще о том, что мы можем решить вместе с вами. В интернете запустили онлайн-голосование по выбору логотипа «Золотого кольца России». В этом году маршрут отмечает свое 50-летие. Дизайнеры из Ярославской и Владимирской областей совместно с Центром молодежного туризма разработали 7 вариантов. Где их можно увидеть и как проголосовать прямо сейчас, расскажет мой коллега Иван Уваров. Итак, 7 вариантов, 7 кандидатов, 7 полетов творческой мысли. Вот всю эту красоту можно будет увидеть и оценить на портале rambler.ru. Ну а сейчас давайте пристально рассмотрим каждый из потенциальных логотипов туристического маршрута. Итак, ну давайте начнем с самых креативных вариантов, всматриваться и вдумываться, в которые нам с вами придется. Итак, ну вот эти два с условными обозначениями Золотого кольца, а здесь и вовсе все просто. Уникальный шрифт, некоторые буквы заменены на символы и тире иконки. Ну вот, например, курица вместо буквы О у нас вот здесь изображена. Что ж, давайте пойдем дальше. На очереди у нас условный минимализм. Давайте сейчас внимательно посмотрим. Вот, пожалуйста, куб. Пол, а вокруг него корона или, может быть, подкова, а может быть, даже и солнце. Дальше смотрим. Вот, пожалуйста, корона и надпись «Золотое кольцо» на английском языке, но это, видимо, чтобы туристам было понятно. Дальше вот здесь опять купола, целых 3 купола. Ну и самый интересный вариант, где фантазии автора не было предела, вензеля, завитушки, в общем, все в исконном русском стиле. Приглядели понравившийся вариантик? Лично я уже присмотрел тот логотип, за который отдам свой голос. Подключайтесь и вы. Все-таки Ярославль официально признан столицей Золотого кольца России. Ну, а голосование в интернете уже вовсю идет. И вот данные сейчас увидим, которые были опубликованы некоторое время назад. Давайте внимательно сейчас на все посмотрим. Ну, вот лидирует, как мы с вами видим, тот самый вариант с тремя куполами. На втором месте это вензеля, о которых я уже рассказывал. Ну а третье разделили корона, вот она здесь, и купол, вокруг которого солнце, то ли подкова. Первый Ярославский, кстати, тоже запустил свое голосование в нашей официальной группе ВКонтакте. Присоединяйтесь.